Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Общая длина участка 562 километра, а протяженность спецучастка 348 километров. Победителем в зачете серийных мотовездеходов стал поляк Марек Гочал из команды Energylandia Rally Team. Второй результат у бразильца Родриго Лупи де Оливейро из команды South Racing Can Am. Он отстал от победителя на 3 минуты 4 секунды. И третье место занял российский гонщик Сергей Корякин из команды Snack Racing Team и отставанием 3 минуты 6 секунд. В общем зачете продолжает лидировать Родриго Лупи де Оливейро. На втором месте Остин Джонс и третье у Михал Гочала. Напомним, что вследствие недавнего проливного дождя организаторами было принято решение прервать этап в двух классах – мотоциклов и квадроциклов. Заезд был остановлен на отметке в 101 км. 44-й по счету Дакар стартовал 2 января в Хаиле в Саудовской Аравии, а завершится 14 января в Джидде.